Так, ребят, всем привет. Сегодня у нас игра на Dragon Knight. У нас будет how to play на Dragon Knight. На ДКшечке. Так, планы у меня еще записать Селебира в ближайшее время. И хочу записать Фантом Лансера. В ближайшее время, то есть будут герои. Не знаю, просто когда выйдет этот ДК, я же как бы записываю на будущее. То есть я могу за один день там 5 роликов записать и на неделю их раскинуть. То есть на 5 дней, как бы понимаете, да? То есть, как бы так, в датах могу даже сам спутаться. Поэтому... На данный момент день записи 8 число вроде, 8 декабря или 7 декабря, не 8 декабря. Так вот, ладно. Ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, комментировать, ставить колокольчики, то есть кайфовать и так далее. Ой, еще будут 5 банки. Мы не вывезем, уйди. Уйди, мы не вывезем. Зачем? Почему такой жадный? Жадный. Ну, дурака только смерть исправит. В принципе, я ему ничем помочь не могу. Если он не хочет уходить, я не виноват, как говорится. То, что здесь в миду вот эта хрень с Лордарина. Это очень хорошо. В миде героя всегда легче стоять. Рыба сразу ботл все принесла. Боится у меня. Чистить не надо. Хорошо, фул экспу получил. Так, куры нету, да, у нас, понятное дело, чем она нам нужна, соглашусь, пацанам, кура не нужна, у него копейка, ну, экспы больше. Я из этой темы сейчас очень сильно буду проигрывать мид, потому что я трачу бабки на курицу, а у него курица есть в команде. Вот и все дела, скажем так. Ну, я, в принципе, не думаю, что они должны иметь курицу. Пока что. Пока я ботву не поднесу. Потому что она им не нужна. На нас Была напали. бы кура нужна, я бы, так понимаю, чисто, ну, типа, они купили, если бы нужна была кура. Правильно я понимаю? Получается, она им нахрен не нужна. Верно? Это такая логика. Железобетонная, скажем так. На город наших братьев напали враги. Сложно, у него ботл, у меня тоже ботл был бы. Проще стоять мид. Копейка плюс ботл. Ранний очень. А у меня расходники. Интересно, фармит. Постоянно есть мана у этого героя. Постоянно. Из-за ботла. Постоянно с маной. Так, он пятый взял уже. Ничего, буду как-то на рунах камбэкать буду как-то. Маны там нет. Хорошо, можно с ним тычковаться. Сейчас я сильнее, в принципе. Сегодня только ауру не качал он. Ну, ауру, точнее, рискил свою пассивку. Руку нанесемся. Ну, дурачков почти 2 часа. Да. Ну, это выход на топ. На город наших братьев.
братьев напали враги. Мне кажется, достаточно раз помигал. Нет, он выпадет. Он не понял. А, ты не хочешь, да, пукать? Я пошел, значит. Вот тоже загангл, кстати. 4-4 общий счет. Ну, такой себе. Такой себе. Так, у него 6, да? Амплифай сейчас будет, пока довешится. Сейчас вот он сильнее меня. Он меня сильнее. Мужаром лет скоро будет. Да еще раз выйти на топ. По-моему, руна моя здесь. Так, мне на все хватит, да? Да, на все хватит. Пожалуйста, ну делай что-нибудь. Ну да, ты ж не можешь не со стиле, да? Тебе ж надо именно фраг этот забрать, он тебе очень важен. Этот крип мой. Все, я полетел на базу, короче. Так, ну кусочек корблета у меня уже есть, но я, наверное, буду здесь играть через фазы начну, а потом все остальное куплю. Так вот здесь буду играть начинать. Потому что фейзы против того же Стардара — это будет бомба. На самом деле, как бы. Это будет бомба. Наверное, даже на базу не пойду. Я сейчас ботл обновлю и пойду сразу гангать опять. А еще желательно себя стакнуть бы. Следующий, кстати. Либо здесь, и она убьет его, кстати. Иду еще раз загангаю. Оп. У них ничего не учит, пойдем гангать. Блин, он их надурил, там еще инвиз заберет, походу. Хороший инвиз забрал. Красавой Илана тут же. Так, у ВД 5 отлично. Есть шанс выйти на них нормально. Так, вот сейчас мне надо маны хватать. Да, это жестко. Блин, то, что мне маны сейчас не хватило, вот это очень жестко. Мне просто, пацаны, не хватило маны, извините. Да. Слатар где-то бегает. Но он без рун.
Фух, прикинь, что делает. Видно, это охренеть. Так, ладно, принесемся шлемак. Это будет, естественно, наш... Раста там умерла. Ничем помочь ей не могу. Она, кстати, с собой заберет еще кого-то там. Почти заберет. Не заберет. Ее заберут. Так, берем шлемак себе. Естественно, это будет армлет. Руку, думаю, понятно, что это армлет. Сейчас бы смотаться как-то за руной. Нудный фарм этот. Крепочков по 7 голды фармить. Нудноватенько. Так, ладно, что, рискнуть, выйти на эту руну? На нас напали. Как думаете, рыба тут? Если везде нет. Изи. Это просто пиздец, ребят. Наших братьев напали враги. Это фаталити нахрен. Не меня, пожалуйста. Наших братьев напали. Фарм мне, пожалуй, пока лесок. Она мне метко висит. Хотя недолго висит. Скоро будет армлет. Потрясающе. С армлетом будет сейчас вообще четко все. А где мой там левел? До левела еще долго. Такой полупассивный геймплей. Пока что. До армлета, до даггера там. Нужно фармить. Очень много фармить надо. Пуще стакнуть. Не буду стакать, пойду за руной сразу. Я у него изи руну забираю, просто стан даю ему и все, и он с руны. Вот эту руну забери, хорошо, две руны наши. Отлично. Иллюзия. Пойдет, кстати. И, конечно, бомба. Добавить тут, в принципе, нечего, сами знаете, да? Да, зачем я полез драться, не знаю, ну ладно. Нахрен это сделал, сейчас вам скажу. Я не знаю, зря это сделал, нужно было не драться. Армлет доделать уже. С армлетом какие-то действия мутить на карте. Стак себе стакнем. 4-0 у Славдара. О, хорошо, крипа забрал напоследок. Нормально. С барабаны собирают себе. Спектры 1500 до радика еще, ой-ой-ой, как далеко. Ей нужно в одной драке хотя бы убить кого-нибудь. Двоих там хотя бы. Блин, некр такой вкусный. И бешмоток, я бы его убил с удовольствием. Ну, друг, пожалуйста. Ну, друг, пожалуйста.
О, пизденыша попадешь, блин. Вторая форма дракона, отлично. Так, я думаю, сейчас чуть-чуть лесок, плюс задолбали куру юзать, дайте курицу. Есть. На нас напали. Армлет нужен, блин. Стали куру юзы. На город наших братьев напали враги. На пич, конечно, загулявший у нас герой. Понимаю, что они его убьют. Берочек. Так, ну у меня почти готов уже дагер. Или я подумал, может лотар купить себе. У меня маны, правда, мало. Лотар, наверное, фигня будет. Дагер поинтереснее будет, наверное, здесь. Купим много фарма, три пачки крипов. Или еще куда сейчас? Пофиг на то, что там драка сейчас, возможно, будет. Мне кажется, вот это будет поинтереснее. Хотя, драка поинтереснее была бы. Ну ладно. Сейчас полечу. Побегу, точнее, пешочком. Без даггера не хочу драться, уже даггер добью. Они дерутся. Зачем, неизвестно, но дерутся. И фейдонят, естественно. Естественно. Скажи иначе. Здесь только у него, я тебя прошу. Так, я пойду распушу им. Нет, на выбор. На город наших братьев напали враги. Спутно. Дракон, конечно, пушит, мама родная. Там команда дерется, а я тут, да? Огонь. Остав, 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 прошу, прошу, пожалуйста, остав. Ну, пожалуйста! Ой, да унито. Ты на ласковом его назвал так. Нормально мы его нельзя назвать. Это самый натуральный даунито. Ты бы умерла, отлично. Ну как, кстати, тоже умрет. У меня подошел. На подсос, скажем так. По-моему, четко. Так, ладно, вот это продаем. Думаю, вот так сейчас сделаем. И вот так мы сейчас сделаем. Сейчас соберу себе манту. И потом после манты куплю себе доминатор. Короче, вот так будут собираться в этой игре. Манта для статов хороша. Блин, они такие все вкусные, а? Я бы сейчас всех поубивал. Некрок бы пошел дальше.
Вообще можно было здесь алтар купить, наверное. Вообще. Ой, какой же ты сладкий друг. Блин, там стал Сардар. Печаль, беда. Пес, 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 мой. Да, у меня есть с подводной лодки. Там фарм есть. Так, манту купили себе. Осталось 1000 до шарика. До самой манты, скажем так, финальной, и все. И будет жара. Там, наверное, Мёльнир куплю себе. Мёльнир имбовая тема на ДК. Все, у меня Frost Armor появился. Frost ДК появился. Ледяной дракон. Вот это уже не игрушки. Frost ДК. ДК единственная жесткая проблема — это мана. Это реально, у него нет маны постоянно. Скиллы дорогие. Маны требуют до хрена. Он выживет, кстати. Подождите, подождите, 5 секунд. Формы нету. Никого на карте не вижу. Опасненько. Там сакры. Три уже. На 21 минуте аж целый. Че у тебя? Уже готовый радианс? У тебя что-то радианс? Бегай ему. Надо пушить, пока его разменивать. На нас напали. Почему манта? Потому что там Слардар. Amplify damage снимать надо как-то. Можно было ребра типа сделать, но, блин. Камон. Манта — это ловкость, это все. Это имбовенько манта. Они Т2 нам заходят, кстати. Так, консультой, да? Знаете, что забыл? А, вот, все, шлемак нашел. Потерял шмотку одну очень интересную. По тауру здесь. Валим. Молодцом, но тут же. Молодцом, красавцы, оформили прах. Кстати, еле живой этот. Блин, добить так хочется. Но так опасно. Рискнем. Отлично, дали нам тавр спокойно забрать. Все, надо чуть отойти, покилиться. Сейчас рунку заберу. 31 у меня. Ой-ой-ой, там моб, да? Господи, боже мой. Спаси его душу грешную. Это не везение, ребят. Тупо не везение, анлак. Какой анлак лютый, ребят, я вам говорю. Хорош. Хоть не втаймил, как говорится.
Monster kill. Чуть-чуть не втаймил я его стан. Так бы убил сейчас. Пожалуй, слетаю-ка я на базу за маной. Маны нет. Единственная реально ДК вот проблема — это мана вот эта вот, которой никогда нету. Так, ну стики, думаю, уже можно продавать, купить себе ТП-шку сейчас и вместо, вместо ТП-шки, которую я куплю, гиперстоун взять. А так, так, полечу сейчас в топ, естественно. Вру в магазин. Сам лечу на топ. Не знаю, муншард или лучше все же себе сейчас молнию. Наверное, молнию соберу, полный слот сделаю, как полагается. Хорош. По назначению просто пикаешь, братик. Сата. Там мид стоит, кстати. Ну ничего, минус 3 нужно эти пушить. Помогите мне, не знаю, что-то нажмите там. Да, на муншарт возьму. Сперва. Заберу. Блин, будут за мной гоняться, да, наверное? Ну, конечно, побежишь за мной, да? Ты ж дурень. Не хватает маны. Что, фражочек подъехал к нам? Мангусики таскает, круто. Сейчас будет на тело попасть, потому что сейчас оп, съел, смотри, сейчас съел. Да съедаю, не хочешь, как хочешь. А? Съел. Так, все, дальше, наверное, сейчас съедаю муншард, собираю тревола. Мельнир. И потом уже посмотрим. Что потом. Или Рошана пойти сейчас убить. О, Рошан стал, понял, что убьем и вместо него вложим. И навалять им пиздюли, пока у меня есть ульт. Семьсот семь бадурон получил. Надо было просто эти убивать Рошана, реально не париться. Ладно, там нюкс. Просто с такой командой выиграл. Очень весело, кстати. Он сейчас пойдет Рошана убьет на рыбе, походу. Но мы пушим, раз то сейчас змей поставит. Змей ставь. Все, отлично. Нет, не пошел он убивать Рошана, отлично. Он не уйдет все никуда. Главное, чтобы барак сломал. Даже маны на третий скилл нет, чтобы поддержать его. Был бы даггер еще хоть какой-то.
Нормально, один барак сломал. Аршан стоит, самое главное. Пойдем убивать Аршана. Потом убьем Аршана. Ля, какой жесткий мужчина, ля. Просто уничтожатор. Кто-то собирает себе рефреш. Я так понимаю, скорее всего, спектра. Не хрен баловаться, уже скучно стало. Оставь, возьму. Долго я убью на самом деле. Он быстрее он будет умирать. Так, мы будем пока себе заготавливать Мёльнир осторожненько, не спеша. Байбекаться я вряд ли буду. Так, ну форма в КД, 45 секунд, особо не хотелось бы никуда лезть, но надо драться. Хорош. Сожрал. Ладно, они здесь все походу, да, стянулись? Бэш. Уже, конечно, мутант. Ладно, пацаны там спушу сейчас. Хорошо, я пойду на рейд в сторону поломаю. Там все возвращаются, я сейчас в эту сторону пропушу. Валим. Так, там Митар стоит. Ого, он жирный. Что так тяжело пробить-то? Кстати, байбек у нас. Так, ну все, номер есть.
Ой, выстрелом пулька у него улетает. Долбанные баночки, ненавижу их. Хорошая игра. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравилась игра. Спасибо большое, что смотрели. Давайте всем удачи.